Около 9 миллиардов тенге налоговых отчислений в бюджет государства. Предприятие в Акмолинской области по выпуску напитков Кокшетау Минводы набирает обороты. Продукция завода хорошо известна в Казахстане и России. Заводчане гордятся, что она имеет евросертификат. За 24 года работы предприятие не раз модернизировало производство. По программе индустриально-инновационного развития в него инвестированы 1,5 миллиарда тенге. Кокшетауский завод «Кокшетау Минводы» выпускает продукцию по 100 наименованиям. Среди них сладкие напитки и питьевая вода. Она ценится за натуральность. Предприятие имеет свое месторождение. В сутки разливается 200 тысяч бутылок. Летом объем увеличится и на работу примут новых людей. Продукция нашего цеха, нашего предприятия и производства постоянно обновляется. Постоянно ведется работа по улучшению внешнего вида, улучшению качества нашей продукции. Наша продукция поставляется на внутренний рынок нашей республики, так и за рубеж. Градообразующее предприятие – крупнейший налогоплательщик Казахстана. В прошлом году оно перечислило в казну около 9 миллиардов тенге. На заводе отмечает, за 24 года не было ни одного сбоя в работе. Фировский проект – это цех по выпуску бутилированной минеральной воды. Инвестиции было вложено в данный проект, я думаю, где-то 1,5 миллиарда тенге. Последние 5 лет компания инвестирует в себя в среднем 2,5 миллиарда тенге. Я призываю граждан нашей страны поддержать отечественных производителей, потому что наши товары, они ничем не отличаются от импортных товаров. Заводчане надеются, что их продукция будет всегда в приоритете и иметь спрос. Ведь она единственная на постсоветском пространстве имеет евросертификат качества. Сауле Гусаинова, Анатолий Полян, Евгений Шинкаренко, Кокшетау.